Валовый сбор зерна в Чердаклинском районе Ульяновской области впервые за 40 лет может приблизиться к рекордной отметке – 150 тысяч тонн. Сейчас 8 хозяйств завершили уборку озимой пшеницы и приступили к сбору яровых культур – ячменя, овса и гречихи. В данном хозяйстве, где мы присутствуем, ОКФ «Возрождение», уже 15 тысяч намолото, валовый сбор составляет 15 тысяч тонн. Значит, хозяйство убрало озимую пшеницу с площади 1934 гектара с урожайностью 50 центнеров гектара. На данный момент начинает уборка ячменя осуществляется с урожайностью 40 центнеров гектара. Активная фаза уборки продлится еще 2 недели. Все это время, соблюдая расписание, к 8 утра на поле выезжают новые комбайны. Современная техника поступила сюда несколько лет назад. Иван Галюшев работает на одной из зерноуборочных машин уже 4-й сезон. Признается, что никаких проблем за весь период еще не возникало. Происходит уборку ячменя. Задействуем 10 комбайнов, убираем быстро. По 30-50 гектар в день где-то. 30-50. Урожайность 50. Одно поле 59-53 дало. Техника новая, комбайн «Джон Дир». 6-й сезон, поломок нет, как новый. Вместе с аграриями трудятся, как ни странно, творческие коллективы муниципалитета. В основном с русскими народными песнями. Фольклором подбадривают работников, поют также во благо урожаю. Мы ездим по селам, как там Озерки, потом в Старую Майну ездим. И даже в Ульяновск иногда. Природа все равно что-то слышит и, можно сказать, даже радуется. В прошлом году валовый сбор зерна всего Чердаклинского района составил 131 тысячу тонн. В этом году показатель возрастет на 20 тысяч за счет увеличения средней урожайности и площади посева. А это значит, что первая аномально холодная половина лета не скажется на качестве и количестве урожая Ульяновской области. Рената Льгулова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.